Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы сегодня играем в игру под названием «Душа воина». У нас есть воин. Мы можем ему покрасить бороду. Так, ну давай, пусть будет беленькая. Он же у нас воин. Так, а здесь мы можем покрасить волосы. Давайте тоже беленькие. Давайте ярко-зеленый покрасим. Вот такой вот. Ну что ж, начинаем играть. Так, приветствуем, сир. Так, вы играете в игру под названием «Душа воина». Так, у вас есть арена, ух ты, арена. Так, заходим в арену. Так, выбираем битву. Так, теперь деремся. Так, нам нужно побить этого тараканчика, москита вот этого. Опа, есть, одного победили. Так, смотри, какой сильная черепаха он нас убил, к сожалению. Ну что ж, тебе нужно потренироваться. Так, тренировка. Так, заходим. Здравствуйте, вы в тренировочном зале. Тренируйтесь. Так, получаем дополнительный апгрейд мы делаем. А, мы сделали окошко. Так, ну что ж, приступаем. Давайте вот так вот, значит... Так, вот, значит, управление такое. Ага. Ну, сейчас посмотрим, что за управление. А, вот, смотри, нам нужно разбивать яблочки. Так. Опа. Так, хорошо, у нас все получается. Ой-ой-ой. Так, вверх бьем. Так, хорошо. Внизушу. Яблочки сейчас разобьем все. Так, ой. Ой, яблоки бьют по нам. Так. Ну, вроде бы мы... Поняли, как тут чего делать. Так. Яблочки вниз бьем вниз. Так, вверх бьем вверх. Ай. Так. Опа. Так, у нас все хорошо получается. Тренировка. Так, тренировочка у нас хорошо проходит. Так, сейчас дойдем. О, есть. Мы сделали апгрейд. Так, поздравляю вас. Так, теперь выходим на арену и деремся. Хорошо. Так. Так, ну здесь он дерется автоматически, как бы, да? И тут я ничего не нажимаю, в принципе. Он сам дерется. Так, смотрите, у нас все равно уничтожил этот москит. Да, тренироваться нужно еще, потому что у тебя какие-то таракашки убили. Так, давайте изучим блок. Угу. Блок у нас управляется мышкой. Хорошо. Так, вот, смотри. Так. Отбиваемся, значит, получается, отбиваемся от яблок. Так, ой, наверное, надо эти собирать, звездочки. Так, все, звездочки мы собрали. Так, отбиваемся. Ой, нечаянно я отбил звезду. Так, яблочки у нас проходят, звездочки собираем. Хорошо. Так, угу. Так, ну у нас добавляется, значит, опыт. Ой, ударился. Так, что у нас получается там? Ой, звездочки надо собирать. Яблочки. Защищаться от яблочек. Так, ну что ж, мы прошли. Хорошо. Уровень повышен. Второй уровень у нас теперь. Так, а теперь что у нас дальше идет? А, вот смотрите, мы можем, значит, нашему герою добавить какие-то умения. Отлично, смотри. Ну что ж, давай добавим защиту. Хорошо, защиту мы добавили. Магазин. Так, давай зайдем в магазин. Что мы в магазине? У нас есть деньги. Так, мы можем что здесь... Что это такое добавить? А, вот мы защиту сделали. Так. А ну все, мы как бы скупили здесь, получается, нашу броню. Так, ну что ж, идем на арену и опять деремся, да? Угу. Так, москит. Так, хорошо. Так, бьем. Так, супер удар. Так, о, мы сейчас его победим. Хорошо, получили деньги. Супер, здорово. Так, открываем сундук. В сундуке у нас деньги. Так, собираем деньги. Поздравляем вас. Так, вы собрали деньги. Так, так, так. Идем дальше. Так, у нас есть, смотри, дом. Дом. Купить дом. Купили дом, смотрите, и можно построить. Так. Так, на дверь у нас не хватает денег, ладно. Идем дальше. Так, ну что ж, я думаю, давайте потренируемся еще раз.
Так, давайте отбивать будем. Так, раз. Так, звездочки собираем. А яблочки отбиваем. Хорошо. Так, вниз. Ой, так, берем звездочку. Так, отбиваем яблочки. Хорошо. Так, звездочки собираем. А, одну звездочку пропустили. Есть. Опа. Так, вниз. А, смотрите, у нас хорошо сейчас стало получаться. Я думаю, мы... Ой, смотри, как много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так. Ну, смотри, мы улучшаемся. Так. Прям много так яблок было. Оп, ударило. Так, ой-ой-ой-ой. Так. Хорошо. В принципе, мы уже натренировались. Так, все, третий уровень у нас пошел. Так, ну что ж, я думаю, уже можно пойти в арену драться. Так, звездочки. О! Ай-яй-яй, ты мне дай собрать звездочки. Так. Так, ну все, я думаю, можно уже на арену пойти подраться. Так. Все, у меня бесконечно так будет. Эти яблоки бросать, что ли. Давай, заканчивай уже. Так, все, ладно, пойдем в арену. Так, хорошо. Добавили. Ух ты, 4 уровня. Спасибо. Так, ну все, я пошел отсюда, до свидания. Так, герой, давай мы что-нибудь здесь улучшим. А давай вот это повысим. Так, удар. Так, ну идем в арену, деремся. Так, следующий уровень у нас, смотри, что у нас такое. А, вот смотри, дядька какой-то. Оба убили с первого раза, прикинь. Со второго, ух ты, нормально мы деремся. А, нифига он меня ранил, смотри. Так, давай, супер удар. Ай, убил, босс меня убил. Ладно, заходим на карту. Так, смотрите, у нас есть домик. Давайте сделаем. Мы сделали дверь. Так, в принципе, больше ничего мы здесь не сделали. Хорошо, какая-то мадам стоит, нас ждет дома. Так, герой. Так, давай добавим, я бы добавил бы защиту побольше, потому что, чтобы меня меньше убивал этот злодей. Ну и давайте потренируемся немножечко блоки ставить. Так. Смотри, у нас какой щит мощный. Так, отбиваемся. А, ну, в принципе, здесь не очень-то и сложно, смотри. Сейчас мы добьем уровень. И пойдем босса победим. Так. Хорошо. Так, звездочки собираем. А! Звездочку пропустил одну. Ах, да ё-моё. Так. Ну, в принципе, мы хорошо их отбиваем, смотри, да? Так, звёздочку берем. Так. Яблочки отбиваем. Так, смотри, у нас добавился уровень. Хорошо. Так, эти яблочки мы уберем. Так, звездочку соберем. Еще одну. Ой, что-то я пропустил. Опа, есть. Есть. Так, отбиваем. Сейчас еще на один уровень мы поднимемся и пойдем на арену драться уже с боссом. Мне нужно его победить. Босс-то очень сильный. Поэтому нам нужно натренироваться. Так, ух ты, сколько яблок много. Смотри, так, отбиваемся. О, нифига себе, сколько яблочек летит. Нифига себе. Круто, мы отбиваемся, смотри. Ой, одна яблочко ударила нас. Так, звездочку собираем. Так, яблочки отбрасываем. Так, ну где же много яблок? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, ну что ж, я думаю, пора уже идти до босса. Сейчас еще сделаем одну проходочку сейчас сделаем и пойдем уже воевать с боссом.
Все, отлично, хорошо, спасибо. Пятый уровень у нас. О, шестой даже, круто. Так, ну что ж, идем. Идем воевать с боссом. Сейчас мы добавим себе. Так, что это такое у нас? Так, конечно же, нам нужно удар увеличить. И я думаю, можно здесь понемножку что-нибудь добавить. Так, ну что ж, арена. Значит, все, давайте с боссом побоюем. Так, этого мы легко убиваем. Этого, да, тоже убиваем легко. Так, хорошо. Ну вот и с боссом. Так, давай, супер удар ему. Есть, босса победили мы. Замечательно, собрали деньги. И открываем сундук. Так, давай следующим попробуем. Так. Ух ты, это, блин, смотри, мощные. Есть, победили. Так, ай-яй-яй. Так, давай, давай, давай. Почему ты не защищаешься, а? У тебя же этот, есть защита. Почему ты не защищаешься? Подожди, алло. Так, ладно. Ну что ж, поиграли. Напишите в комментарии, как же здесь защищаться этим самым щитом. Я так и не понял. В арене. Ну что ж, всем пока-пока.